Этот год стал особенным для нашего университета. Преобразования коснулись и образовательных программ магистров. Об изменениях рассказал проректор по учебной работе ЮРГУ Андрей Родионов. В этом году в связи с вхождением в программу повышения конкурентоспособности университета мы, конечно же, пересмотрели весь перечень своих магистерских программ, переработали большинство из них, некоторые объединили, некоторые сделали новые с целью, чтобы программы наиболее четко соответствовали приоритетным направлениям развития университета в связи с этой программой. Андрей Александрович рассказал о современной материально-технической базе, доступной магистрам при выполнении исследований, а также двойных магистерских программах с зарубежными университетами-партнерами. Узнать об этом пришли около 1000 старшекурсников. Я считаю, что это довольно полезно, потому что не всегда можно узнать всю необходимую информацию в интернете, на сайтах. Лучше лично поприсутствовать и всю информацию получить из первых рук. Ответственный секретарь приемной комиссии ЮРГУ Александр Губарев рассказал об условиях поступления в магистратуру в 2017 году, а также нововведениях компании. Единственное новшество, которое мы вводим в этом году, и надеюсь, оно будет хорошо работать, это учет индивидуальных достижений будущих магистров. То есть ребята, которые успели отличиться на предыдущем уровне, на уровне бакалавриата, которые участвовали в научной деятельности, в олимпиадах, занимали призовые места, писали статьи, они получат дополнительные баллы плюсом к результатам экзаменов. Подробную информацию о поступлении в магистратуру можно узнать на сайте приемной комиссии ЮРГУ.